1752 избирательных участка открыли свои двери в Самарской области в первый день голосования. Один из них временный – УИК в аэропорту Курумыч. 15 избирательных участков добавятся в воскресенье, последний день голосования. Они разместятся в лечебных учреждениях области. Мы отмечаем, как всегда, более активное поведение избирателей в сельских районах. Там традиционно явка выше, и в первые часы она уже была отмечена и наблюдателями, и членами участковой комиссии. В городе с утра тоже отмечалось, даже я сам проезжал несколько участков, я видел, что на некоторых участках за час до 50 избирателей уже посетили избирательный участок. В дни голосования в регионе работает член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Екатерина Смородо. Она вошла в состав мониторинговой рабочей группы, призванной наблюдать за ходом избирательного процесса в области. Эксперт отметила высокую активность в регионе независимых общественных наблюдателей. Очень радует, что в Самарской области очень активно работают общественные наблюдатели наряду с представителями политических партий. На более 1140 человек работают в качестве волонтеров, в качестве общественных наблюдателей для того, чтобы избирательный процесс проходил максимально открыто, максимально прозрачно и для того, чтобы выборы могли считаться абсолютно легитимными, должна быть вот такая объективная независимая оценка. В дни голосования 6, 7, 8 сентября избирательные участки в Самарской области будут работать с 8 утра до 20:00. Галина Топилина, Валерий Майоров. События.